Добрый вечер, дорогие друзья. Выходит на финишную прямую Мелбет Первая лига первенства России. Лишь 4 тура осталось провести. И сегодня поединок 31-го тура здесь на центральном стадионе Астрахани сыграют Волгария и Арсенал. Будем с вами следить с интересом за этой встречей. Астраханцы в белой форме, сегодня в желтой. Арсенал. Стартовала эта встреча. Ну и давайте тогда о составах. Начнем с гостей. Вот Антон Коченков эфира. Ну а пока Тулики, момент. Падение. Нет. Пенальти. Вот такое быстрое начало. Проехавший, сразу скажу о том, что... Давайте посмотрим повтор. Данила Козлов тут стелился в подкате. 69-69 работал. А Смирнов 2 из 2 потащил в этом сезоне. Итак, чья возьмет? Гол. Гол Панченко. Вводит Арсенал вперед. Панченко открывает счет с пенальти, реализует свой третий 11-метровый, забивал он в гостях в Уфе, пока передача ему вот последовала наконец. И дальше заброс по флангу, Сокол имеет свободное пространство, прострел, удар, выручает Носов, супер шанс. Да, Арсенал включился. Так, а у нас там вне игры, но это было уже, наверное, потом. Ну или, вспоминая Заира Мери из ПСЖ, там и вовсе 16. Опа, было! И, к сожалению, Делькин промахивается. Вот куда мяч отлетел. Ну, левой ногой, да, пришлось левой. Навешивает слева и удар! Рядом со штангой мяч летит. Теперь головой пробил левой, но осталось правой ударить и попасть в створ. Посмотрим. Ну, небольшой толчочек, да, наверное, был со стороны Большакова. Ну, за это, конечно, точку не ставит. Тезка, из какого города есть у Туликов. Ну, а момент у Царукяна. В руку пенальти. Похоже было, но я попадание в руку, да. И желтую. Ну что, Делькин, наверное, да, он. Вот смотрим повтор. Ну, рука не была прижата. Тем более, что сектор фанатский как раз за воротами сейчас расположен Арсенала. И так разбег. И очень четко в нижний угол. Ювелирный удар. И это 8-й гол Артема Делькина, если не ошибаюсь. Правильно. 8-й и 2-й с пенальти. И он обгоняет Илью Стефановича, который сейчас зажигает торпедо. И выходит в единолично лучший бомбардир астраханской команды. Ускоряется. Время есть. Ну, пробить. Слева! Эх, это угловой. Да, Коченков выручил. Побеспокоил голкипера тульской команды. Хороший удар получился, да, у Артура. И снова Царукян отправляется к угловому флажку. Роман навешивает. Делькин под перекладину вытаскивает Коченков. Вытаскивает Коченков. Дискутирует с арбитром. А мы смотрим это столкновение. Ну, здесь локти никто вроде не выставлял. Вот Илья Сериков в Астрахани не был, не ошибаюсь. Ух ты, какой гол! Супер удар! Супер! Волгарю снова надо отыгрываться после супер удара. Сколько было метров? 27, наверное, 25, может, 27. Да, по меркам выложил мяч Ткачева. Ну и тот первым касанием подработал, вторым еще подработал. Ну, а третьим... Пальнул, не успел. По-моему, это Лалай накрыть. Мулин, да. Веснякову. Угла. Нет. На всякий пожарный, да? Решил не играть руками. Смотрим повтор. От Серикова мяч полетел. Кому? Все разобраны. В борьбу. Нет. Отскок удачный. Локтионов едва не забил. Да, это, конечно, серьезный провал в обороне Арсенала. На Козлова. Романа Локтионова. Да, и Роман бил. Коченков. Можно здесь потолкаться. Свисток состоялся. И финальный свисток тоже. Да, Арсенал победил в Астрахани, сыграв лучший свой матч на весеннем отрезке.